Я так и знала! Я как-то себя чувствую не очень. Почему я кушаю больше, чем мои дети? Бедный мой Ксюша не знает, что взять. Ой, фу, это что такое? Валя, почему я пиццу не купила? Что? Супчик остренький. Всем привет! Я Маргарита. И я Ксюша. И вы снова на нашем канале Свички Лайф. Сегодня мы решили снять очень интересный челлендж. Мы сегодня 24 часа будем жить на определенную сумму денег. Мы будем вытягивать вот эти вот бумажечки, и на них написана сумма денег. Это 5 франков, 10, 20 и 30. Посмотрим, кому сегодня повезет. Надеюсь, мне. Каждый вытянет бумажку, и какая сумма попадется, на те деньги мы будем покупать продукты. И будем питаться этими продуктами 24 часа. А пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы погнали. Ну что, сейчас мы уже будем вытягивать бумажечки. Давайте вытягивайте. Кто первый? Кто самый маленький? С самого маленького начинаем. Давайте пока не будем смотреть, чтобы было интересно. Не открываем. Теперь Маргарита. Пока не смотрим. Не смотрим, что там. Все вместе откроем. Все. Раз, два, три. Ay. Yo sabía que iba a tener 20, ¿por qué brisa? Я так и знала. Сейчас, когда посмотрела, то увидела я этот смайл. ¿Y tú no eres blondita? Маргарита, 10. А, la dos está más o menos 30. У меня 30. Блин! У Ксюши 5 франков. А, это схоже с 3 франков. И у папы сколько? У папы сколько франков? 20. Ксюня! Ну ладно, что-нибудь найдешь. Ну что, а мы поехали за продуктами. Салатик. 7,50. Я себе взяла уже за 3,50 ягодки. У папы 20 франков. Папа себе взял клубничку. Мороженое. Ксюш, мороженое будешь брать? Так, я себе взяла суши и ягодки. Кукурузные палочки сколько стоят? $4.45. Представьте себе, 2 пакетика кукурузных палочек. А у Ксюши только 5. 2.35 стоит. Так, запомним, что у Маргариты 10 франков. Так, тут тортики 5 франков. Тут все за 5 франков. Тут вот одну упаковку купишь, Ксюша, тебе может целый день это кушать. Хлебушек возьми. Смотри, вот 2.65, 2.40, 2.95. Вот такой возьми. На что ты будешь кушать вообще? Йогурт какой-нибудь? Бедный мой Ксюша не знает, что взять. Ксюша даже себе пиццу не может взять. Хотя вот может за 3.70 взять, Ксюша. Смотрите, пицца 5.90 стоит. Вот по 2.70 пицца возьми, Ксюш. Нет, вот смотри, по 2.70 пицца Маргарита. Вот 2.70 возьми вот эту. Потому что это 4.20 стоит. Если купишь 4.20, у тебя всего лишь 80 центов останется. Возьми пиццу. Так, пельмешки здесь есть. Но это не пельмешки, это равиоли, да? Вот 2.30 равиоли. А если они невкусные? Так, может быть, что-нибудь из молочного взять? А, Ксюш? Так, у нас здесь хлебцы. Вот эти вот 1.25 стоят. С белым шоколадом. Или с черным шоколадом. У Ксюши осталось сколько? 2.30? Давайте, в общем, я себе сок еще взяла. И Ксюня еще должна на 2.30 что-то взять. И у Маргариты сколько осталось? 2.10. 2.10 осталось у Маргариты, у Ксюши 2.30. А, ну пицца, да. Вот это ты можешь себе на завтрак. Что-нибудь на завтрак у тебя есть? Нет. Йогурт какой-нибудь один возьми на завтрак. Ну смотри сама. Ну йогурт я не наелся. Ну это поешь, а на ужин что, ты будешь пиццу? Вот смотрите, даже, ребят, печенье дорогое. Смотрите, вот это вот 2.70, 2.70, 2.85. Так, Ксюша хочет найти суп быстрого приготовления китайский. Вот он здесь. А, по названию смотри. Big. Вот, Big Cup. 2.95 тебе не хватит. Так, все, ребятки, Ксюша выбрала свой последний супчик.
Все, Ксюша, деньги закончились. Ой, фу, это что такое? Это эти личинки. Так, у меня, ребят, осталось 3 франка 70 центов. Я, наверное, возьму мороженое какое-нибудь. Центов. Самое дешевое мороженое 0,95. Эти 0,65 одна это есть. И 0,50. Это с орешками. Нормально. Без орешков? Нет. Ну все тогда. За 20 центов она ничего не найдет. Ну что, ребят, мы закончили, едем домой. Посмотрим, что взял наш папа. Так, все, все, девочки, денег нет. Ну что, мы уже приехали домой, и сейчас мы покажем вам, что мы купили за наши деньги. Первое начну я, у меня было 5 франков. Это пиццорган. И потом такой доширак. Быстрый суп. Это все, что я буду кушать целый день. Сейчас я приготовлю пиццу, 7,5. На обед я буду кушать суп. И остальную половину пиццы на ужин. У меня было 10 франков. И я купила себе шоколадку. Она стоила 50 центов. Самое дешевое, что я нашла. Потом у меня на завтрак есть вот такой вот тортик. Шведский. Был такой большой, огромный. Потом я купила суши. Они стоили 5,55. И на последнее, что мне хватило, это кокос. Сушеный кокос. На завтрак я съем тортик. Суши я буду, наверное, кушать на обед. А это ставлю на вечер. Шоколадку тоже. Ну что, ребятки, давайте посмотрим, что купил папа. У него было 20 франков. Es muy saludable para los problemas hepáticos, riñones. Fresas recolectadas especialmente en el bosque. В общем, ребят, это манго. Это просто замороженные ягоды. Он купил 2 упаковки. Не знаю зачем. Не знаю. Как их будет кушать. Клубничка. Medio kilo de клубничка. Свежая клубничка. Здесь, наверное, полкилограмма. Где он там купил? Мне тут не написано. И последнее, что у тебя есть? Piña colada. No tiene ningún... Без алкоголя. No tiene alcohol, por favor. Пирожное piña colada. Кокосом и ананасом. Так, а теперь что купила мама? У мамы было 30 франков. Так, что я здесь купила? Как у Маргариши суши, курочка гриль, вкусненько, тепленько. О, все еще тепленько. Да, все еще тепленько. Так, сок. Так, здесь апельсин, манго. Да, апельсин и манго сок свежий. Так, это вот, это что такое? Это йогурт, нет, это творог, творожок с, не знаю, с фруктами, с чем-то. Ягодки. Такие вот люблю ягодки. Так, это чипсы, да, какие-то? Да, да. С этими, с креветками, да, какие-то китайские чипсы. Вот, и целую коробку мороженого. Целых 8 штук. С вами поделиться? Да. Ну, если вы съедите что-то лишнее, вы проиграете. В общем, все. Вот все мои продукты. И сейчас на завтрак я буду пить сок, да, кушать творожок и ягодки. Полезно. Ксюша идет готовить пиццу. У Маргариты все готово. Папа, что будет есть? Да, ты должен разделить на 3 раза, чтобы тебе хватило. И на mitad de esto. Папа будет кушать вот эти вот пироженки и половина клубнички. Ксюша готовит свою пиццу. Маргарита. Ой! Да, еще урони на пол, ты голодная останешься. Готовься быстро. Клубничка очень красивая. Смотрите, какая сочная, яркая, спелая. Все, ребят, мой завтрак готов. Я еще достала себе мороженку. Мне так, я как-то себя чувствую не очень. Почему я кушаю больше, чем мои дети? Мой ребенок сейчас будет кушать только пиццу. Воду пить. Да, воду пить можно, потому что совсем без воды они целый день не проживут. Потому что у нас, во-первых, жарко. Да, и без воды это мы не будем так напрягать. Ребят, вот эта вот ягода, она очень невкусная. Кислая. Я-то думала, она сладкая, она очень кислая. Ты наешься? До обеда? Да. Наливаем суп. Ну это как йогурт или тортик прям? Угу. Тортик. Как красиво. О. И полезно. Вот это да.
Красота. Ну что, ребят, я закончила. Было очень-очень вкусно. На пицца уже готова. Очень вкусно, Ваня, почему я пиццу не купила? Что? Вот, ребят, моя пицца готова. Я ее разрежу пополам. Надеюсь, я наемся половинкой. Я еще буду кушать мороженое. Такое. Макси, смотри, как называется мороженое. Макси. Ксюша доедает последний кусочек пиццы. Завтрак наш заканчивается. Я тоже все съела, но у меня остался сок. А это мне на ужин. Ну что, ребят, пришло время обедать. Сейчас я буду делать вот такой вот чипчик. Смотрите, какая тут лапшичка. Она такая крупная, смотрите. Пакетики со специями. А это что? Это, наверное, тоже специи, да? А мы с Маргаритой будем обедать. Суши. Суши. Я, если честно, даже еще кушать не хочу. Я не голодная. Ребят, вот это папин обед. Папа. Это папин обед. Сушеная манго. А это Не, манго очень вкусное, оно и очень сытное. Ну давай, пробуй. Мне интересно, вкусный суп или нет. Нормально? Съедобно? Ой, да они большие такие еще. А я думала, они маленькие. Ты можешь даже себе на ужин оставить один. Да? Ты сейчас можешь поесть, смотри, один съесть. Потом съесть пол шоколадки, например. Там что у тебя осталось? Кокос, шоколадку разделить. Чем ты режешь? Кусай. Кусай? Угу. Ну так, кусай и все. Твою лапшу. Ну что, мы уже покушали. Мы уже все съели. Суп был очень вкусный и он был острый. Мы решили немножко покупаться. Так, я решила перекусить шоколадкой. Ну, как раз вот это хватит. Она такая жесткая. Я буду подогревать свою пиццу, это как делается? Так, сюда нажимаешь. То, что у меня там осталось, это суши. Потом у меня еще шоколадка. Нет, я не хочу попробовать, спасибо. Они остренькие, кстати, но очень так, остринка такая приятная-приятная. Так, папа, у папы осталось только вот что. Ксения, твоя пицца готова. Папа, это папина еда. Вы, вот как выглядит ужин у Маргариты. Суши, шоколадка и кокос. И водичка. Так, папа себе будет делать кашу-малашу. Смузи. Смузи. Я доедаю последний кусочек. Суши ешь. Я сейчас кушаю шоколадку. С острым, да? Остренько и закусываешь сладеньким. Моя курочка уже... О, подогрею. Прикладываем на тарелочку. Все, доела? Это твой последний кусок на сегодня. Наелась? Ну вот, видите. Ну я буду кушать курочку. Эту корочку я уберу. Вкусняшка какая. Шкурку я не буду. Ну что, ребят, я съела курочку. Маргарита тоже доедает уже. Да, оставь. И я сейчас буду кушать мороженое. У меня еще осталось две штучки. Вот, одну сейчас я съем и другую попозже. Ну что, ребята, наш день подходит уже к концу. Смотрите, что у меня еще осталось. У меня еще осталась шоколадка. Вот такой у нас сегодня был эксперимент. Можно ли прожить на минимум денег в Швейцарии? Один день. Ксюша молодец, она прожила на 5 франков. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Также на наш влоговый канал. Там мы чаще снимаем видео. Также Инстаграм. И лайки, и ТикТок. Все ссылочки в описании. Ну а мы спать, и всем пока. Пока!